Да, добрый день, уважаемые коллеги. Немножко извиняемся за задержку. В советские годы было принято сравнивать все с 2013 годом. Сегодня мы тоже будем сравнивать. Точка отсчета в новой истории России, это был, наверное, 91 год. И сегодня мы об этом будем говорить, будем заглядывать в будущее и оглядываться в прошлое. За 20 лет, когда проводилась антилиберальная политика в стране, ситуация в стране сложилась крайне негативной. Мы видим, что те, кто отстаивал позицию такой вульгарной рыночной экономики, привели к страну к тому, что разрушена сегодня фактически половина, исчезла половина производственных, в том числе крупнейших системообразующих предприятий. О том, что страна оказалась в продовольственной зависимости, но и что касается культурно-нравственных оценок, то я думаю, вам совершенно очевидно, что это деградация нашего общества, если говорить очень коротко и в целом. Сегодня, к моменту развития второй фазы мирового экономического кризиса, наши власти превратили нашу страну, Россию, в экономического банкрота. То есть банкрота в промышленной сфере, банкрота в сельскохозяйственной сфере, а это главные вещи, и не менее главные, а может быть и основная, и в области финансового и морального банкротства. Вот мы сегодня в четырех ипостасях представляем собой такого тотального банкрота. Мы не понимаем степень угрозы, в которой находится наша страна и русский народ. Достаточно сказать, что утрачено геополитическое пространство, которым мы располагали на протяжении последних десятилетий и даже нескольких веков. Это геополитическое пространство обеспечивало безопасность русскому народу и всем народам, входящим в состав российского государства, прежде Российской империи и исторического преемника Российской империи, СССР. Ну и это создает очень существенные угрозы нашему дальнейшему существованию в мире.